Каждый город имеет свои отличия. Сочи, конечно, не спутаешь ни с каким другим. Более того, департамент оформления и дизайна городской среды требует сохранять стилевое единство. И Адлер, даже если и находится в 30 километрах от центра Сочи, не должен выбиваться из общей архитектурной концепции. Государство и муниципалитет вложили в Адлер очень огромные деньги, когда мы готовились к Олимпийским играм. И мы, конечно, не потерпим того, что сегодня здесь происходит в Адлере. Каждый двор обходил. Мы к Олимпийским играм навели идеальный здесь порядок. Ну вот прошло 5 лет и опять то же самое. Поэтому будем всем городом наводить здесь порядок. Улица Молокова, одна из центральных в Адлере, традиционно радует благоустроенными газонами. Но это только начало пути. Дальше одни только нарекания со стороны мэра. Каждый двор делали. И это ужас, горе хозяева. Адлер пестрит несанкционированными вывесками и рекламой. Здесь не все, видимо, знают о правилах благоустройства городской среды. Запрещено любая заклейка стекол, любое затемнение, остекление поверхности. Поэтому предприниматели обязаны это демонтировать своими силами, так как это все несанкционированное размещение. За это грозит административный штраф. Мэр дает срок за 2 дня. Вся наружная реклама магазинов должна соответствовать статусу курортной столицы. Вот этот торговый центр как образец, и другие должны выглядеть так же. Какие должны быть вывески? Откуда мы знаем? Честно? Если говорят, вы должны читать это, хорошо, я прочитаю, но где это? Это куда же? Над входом. Это делается вам. Нет, это вот на вашу вот здесь. Вот мы вот это вам оформим, и все. И у вас будет здесь единый фриз. Вот видите, как там. 14-й год. Правильно, 14-й год. Уже обветшали фасады многоэтажек, ремонт которых запланирован и будет проведен до 1 июня. Остановки выглядят совсем нереспектабельно. Тут же адлерцы обращаются к Пахомову. Многолетний эвкалипт погибает и, соответственно, уже представляет угрозу для прохожих, да и соседнего здания. А причина проста: вплотную к нему установили торговый павильон, который сам по себе не представляет никакой ценности по сравнению с вечно-зеленым деревом, листья которого обладают лечебными свойствами. Причиной того, что дерево пошло так, является постройка, то есть вот этого стоит павильона. Потому что есть санитарные зоны. 2,5 метра нужно было отступать. 2,5 метра. Раз это случилось, прокуратуру сейчас суд. Масло в огонь подлили водители машин. Наверное, для них это норма – загонять свой транспорт на тротуары перед торговыми центрами. Мэр поручил полицейским разобраться и эвакуировать автомобили, которые припаркованы с нарушениями. Глава города отметил, несмотря на то, что отдыхающие часто говорят «город Адлер», это всего лишь один из районов Сочи, и жить здесь и работать необходимо по общим правилам курорта. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.